Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. У нас, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, продолжается интенсивный политический диалог на всех уровнях. В том числе на уровне президентов. В ходе своих последних телефонных разговоров в августе и в сентябре они согласовали целый ряд направлений нашей дальнейшей работы. Сегодня нам предстоит рассмотреть пути реализации этих договоренностей. در مکالمات تلفنی رؤسای جمهور دو کشور در ماه‌های اوگست و سپتامبر توافقات رسیده بود که ما امروز در مورد اجرایی کردن و عملی کردن این توافقات صحبت خواهیم کرد. Новым направлением нашего сотрудничества станет присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. Соответствующее решение о начале этого процесса было принято на недавнем саммите ШОС в Душанбе. یک زمینه جدیدی در دستور کار دو جانبه وجود داره ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو دائم این سازمان که در شهر دوشنبه این تصمیم اتخاذ گرفته بود و конечно приоритетным вопросом сегодняшних переговоров будет также необходимость полноценного возобновления договоренности по иранской ядерной программе без каких-либо изъятий, без каких-либо дополнений. Мы хотим обсудить сегодня, как можно ускорить этот процесс. و البته در اولویت‌های صحبت‌های ما امروز اوضاع پیرامون برجام خواهد بود و در مورد ضرورت از سرگیری مذاکرات در این زمینه و اون توافقاتی که حاصل کردیم و که از سرگیری این توافق بدون هیچ اضافه و هیچ چیز جدیدی باید اجرا بشود که امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد. Из других тем на нашей повестке дня, конечно же, взаимодействие в Сирии, в других регионах Ближнего Востока и Севера Африки и, что немаловажно, пути восстановления нормальных отношений в зоне Персидского залива. Аз сайер масайел мантаги эмруз дар мореде Сурия гуфтугу хоим кард, дар мореде Хавармияне, дар мореде матолеб шумал Африка собат хоим кард. Так что ваш визит в Российскую Федерацию весьма и весьма своевременен. Уверен, что мы полезно поработаем. Добро пожаловать еще раз. Сафар Джанавали бе агдеи ман бесьяр бе муге хастеш. Ман пишнаад миканам каре хуби имрус анджам бедахим. Муджаддадан хошамад арз миканам. Бисмилла рахмана рахим. Агай Лавров, хейли хошалам аз дидар шома ва ташаккур миканам аз давати ке ма амал авардид. Во имя Бога милостивого, милосердного, уважаемый господин Лавров, я очень рад встрече с вами и хочу вас искренне поблагодарить за приглашение. Ташаккур мукунам аз паёми табрики джаноб али, хамчунин паёми табрики президент Путин бе джаноб агай доктор Рейси. Я хочу вас поблагодарить, ваше превосходительство, за ваши поздравительные послания, а также хочу поблагодарить президента Путина за то поздравительное послание, которое он направил в адрес нашего нового президента, господина Рейси. Эртебат наздике до рейс жумхур ва гуфтегуха ва хузур ман дар Москву таидис бар инке равабет ду кешвар равабети мумтаз ва рахбурдист. И наши отношения, контакты на уровне наших президентов, мое присутствие здесь как раз утверждает о том, что наши отношения, они очень тесны и привилегированы. Тардиди не дарам, что шума ба ман мувафек хаид буд, ке ма имруз баяд барай дастяби бе хадафи бе унване джахеш джедди дар равабет ду кешвар наил бияем. У меня нет сомнения, что вы со мной согласны в том, чтобы мы должны прикладывать усилия к тому, чтобы достичь новых задач в наших отношениях, и это достижение серьезного скачка в наших двусторонних отношениях. У нас есть очень хороший опыт по взаимодействию по международной и региональной повестке дня.
همکاری‌های دو جانبه متنوعی داریم. У нас есть очень разнообразное двустороннее сотрудничество. امروز برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. Сегодня будем проводить больше переговоров для того, чтобы мы могли бы развивать наше сотрудничество во всех областях. معتقد هستیم که بر اساس حقوق بین‌الملل می‌توانیم همکاری‌های بخش تجاری خودمون رو در همه زمینه‌ها توسعه بدیم. И мы считаем, что в соответствии с международным правом мы можем развивать еще наше сотрудничество в области торговли во всех связанных с этим направлениях. در مورد قفقاز جنوبی، افغانستان، یمن گفتگو کنیم. И сегодня очень хорошая возможность с тем, чтобы мы прошли с вами по региональной повестке дня. Я имею в виду по Южному Кавказу, по Афганистану, а также и по Йемену. ما مایل هستیم تأکید بکنیم که در همسایگی و سیاست همسایگی دولت جدید روسیه جزو اولویت‌های جدی ایران است. И нам хотелось бы подчеркнуть, что в нашем с вами соседстве и в нашей политике по добрососедству нового нашего правительства Россия, конечно же, входит в наш приоритет. Спасибо. Спасибо огромное.